В Уральске огласили приговор по громкому делу об убийстве ресторатора Еркина Мухангалиева. Его жестоко зарезали на глазах десятков людей в собственном кафе. Поймать двоих подозреваемых удалось быстро, благодаря камерам видеонаблюдения. Суд присяжных сегодня признал виновными обоих. Руслана Фархатовича Кожантаева признать виновным в совершении преступления по статье 99, часть 2, пункты 5, 7 и назначить наказание в виде 15 лет колонии максимальной безопасности. Второму фигуранту Турлану Амангельде назначили точно такое же наказание за убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Само преступление произошло в августе прошлого года. Оно потрясло своей жестокостью. Камеры зафиксировали, как двое мужчин разговаривают с хозяином кафе, а затем один из них достает нож и наносит жертве удары. Бизнесмену удалось сбежать через окно. Однако его догнали на улице и добили на глазах десятков прохожих. Кафе находится возле входа в городской парк, и в тот день там было много гуляющих. Убийцы сначала скрылись. Два дня они прятались в расположенном неподалеку дачном массиве. Поймать их помогли местные жители. 32-летний Руслан Кожантаев признал вину частично, не согласился, что убивал с особой жестокостью и по предварительному сговору. А вот 22-летний Турлан Амангельде вообще отказался что-либо признавать. Их адвокат готовит апелляцию. Кроме длительного срока, оба еще должны выплатить потерпевшей стороне по 15 миллионов тенге. Wow.